вот возле автосалона Kia Motors, NP Auto, стоят две треноги. Вот одна, вот вторая. Никаких знаков предостерегающих, что стоит скрытое, ведется видеонаблюдение. Там, соответственно, тоже ничего нет. Здравствуйте. Здравствуйте, объясните, почему у вас незаконно установлены аппараты? А сейчас приедет хозяин. А какой хозяин? А который... Этим может заниматься только сотрудник ГИБДД. Согласен с вами, согласен. Да. Сейчас приедет и разберетесь. А вы здесь на каком основании? Я просто караулю это все, как сторож. Сторож, да, хорошо. Да, да. Почему нету оповещающих знаков, что ведется видеонаблюдение? Это... По идее должно быть, вы должно правильно быть. Говорите. Да, я с вами согласен. Я вчера этот вопрос изучал, поэтому очень подробно. Сейчас он приедет, вы ему задайте этот вопрос, и все будет нормально. Я думаю, он объяснит вам. Ну, я надеюсь, он объяснит. А когда он подъедет? Там, может, минут через 10-15 подъедет. Абакан, улица Игарская. Еду в сторону города. Обратите внимание, что нету предупреждающего знака о том, что здесь ведется скрытая видеосъемка. И, как вы можете видеть, по левой стороне у нас стоит тренога, и по правой стороне стоит тренога. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, на каком основании вы здесь поставили две треноги и кем являетесь вы? Сколько я знаю, по закону это должен быть сотрудник ДПС. А я не должен вам представляться, не обязан. А я вам не говорю представиться. Я говорю, на каком основании вы здесь поставили вот эти две треноги частнику. При этом вы не установили заранее, как положено, знаки о том, что ведется скрытое видеонаблюдение. Вы не находитесь в форме, в том числе. Объясните, пожалуйста. Хорошо. Я предупреждаю, эти данные будут переданы в компетентные органы, также на YouTube-канал и на все группы автолюбителей. Поэтому хорошо. Хотелось бы услышать ваше объяснение, на каком основании вы здесь стоите, на каком основании стоят здесь эти камеры. И почему так. Вы не по форме сотрудника ДПС? С чего начнем? Как удобно. Значит, смотрите. Этим вопросом занимается Министерство транспорта Республики Хакасия. А вы можете подтвердить, что вы являетесь сотрудником? Конечно. Будьте добры. Я еще раз говорю, у меня есть удостоверение, все. Ну, вы можете предоставиться... Я свою личность вам не обязан показывать. Вы можете не показывать, но вы должны объяснить, на каком основании вы здесь находитесь. Вы нарушаете закон. Это факт. Это у нас Министерство транспорта Республики Хакасия. А можно в развернутом виде? Что это вообще как бы вы там хотя бы по крайней мере находитесь-то. А там вы данные закрываете свои, фамилии, да? Да. Ну, хорошо, допустим. Так. С одним вопросом мы разобрались. Да, согласен. Значит, Министерство транспорта занимается установкой этих наружных камер. Хорошо. Почему дополнительно не оборудовано? Эти камеры скоростной режим определяют. Допустим. Это территория повышенной опасности. Допустим, аварийности. Значит, здесь скорость устанавливается 60 км в час. Это черта города. Хорошо. Вы же знаете, что доказательства, собранные незаконным путем, они являются таковыми. То есть вы сейчас якобы собираете штрафы, но при этом незаконно, потому что вы не соблюли и элементарное правило, вы заранее не поставили знаки о том, что ведется видеонаблюдение. По закону, я сам юрист по образованию, поэтому говорю, доказательства, собранные незаконным путем, таковыми не являются. Значит, этот вопрос на протяжении 3 лет уже решается, так сказать, задается, который вы сейчас задаете. Есть четкий регламент. Четкий регламент. Там все прописано. Конечно. Значит, это
мобильные установки, для них знак не предусматривается установки видеофиксации, потому что мы передвигаемся мобильно по всей республике Хакасия. Стационарные, которые висят на столбах, там есть предупреждение о том, что ведется видеофиксация. Обратите внимание, в городе. Там, которые висят стационарно на столбах, на них есть положен знак фиксации. В нашем случае вот таких знаков, о которых вы говорите, не предусмотрено. Потому что мы передвигаемся мобильно по всей Хакасии. Ну, насколько я знаю, вы здесь стоите постоянно. Именно на этом месте. Ну, бывает здесь, бывает и не бывает. Регулярно, постоянно. Ну, я вашу точку зрения услышал, поэтому говорю. Что еще вас интересует? Значит, незаконные штрафы. Мы, как сами, как Министерство транспорта, не выносим постановление о нарушении ДДД. Это выносит ГИБДД наш. Ну, то есть вы представляете флешку с видеозаписями? Ну, опять же, по факту того, что нет уведомления, а по ПДД, в том числе, по всем нормативам, вы обязаны это установить. И на основании их отсутствия любой водитель может опротестовать, пожалуйста, этот штраф. Уже не один опротестовал. И вы все равно стоите. Ну, при том, что, решение, при том, что собирается незаконно это эти. Это есть решение суда. Я вам еще раз пытался объяснить о том, что для этих камер не предусмотрена установка таких знаков. Только для стационарных. Возьмите регламент, почитайте в интернете, все это есть. Все это что для мобильных камер не предусмотрена установка таких знаков. А это именно мобильное устройство. В общем, такая вот ситуация у нас. Точку зрения вы слышали. Автомобили, ну, по крайней мере, что якобы принадлежат Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия. Чуть позже я сюда подъезжал. Здесь находился вообще другой человек, который якобы все это контролировал, регулировал. Ну, а по факту, по всем нормативам, вот эти камеры стоят здесь незаконно, их две, как вы видите, на противоположной стороне также стоит камера. Высота должна быть этих камер не менее 90 сантиметров от земли, обязательно три ноги и 3 метра от дорожного покрытия. Ну, здесь, собственно говоря, меньше, конечно, то есть получается, что камеры данные установлены с нарушением. В любом случае, старайтесь не нарушать скоростной режим. Это может повлечь очень серьезные последствия. Всем удачи. Как говорят, ни гвоздя, ни жезла на дороге.